Здравствуйте! Я приветствую вас на нашем очередном выпуске модов на игру «Как достать соседа». Уже совсем скоро до 100-го выпуска у нас осталось. Наконец-то я вернулся с колледжа, с сессии 2 недели, даже чуть больше. И наконец-то мы возвращаемся к роликам, к обычным «Как достать соседа» и многим другим. И называться первый мод будет... Neighbors from Hell Cherry Edition. Многообещающее название. Название довольно-таки красивое. На русском переводится как «Достать соседа Вишня Edition». Ну вот, Вишня Edition не так красиво написано, а вот это... А вот логотип сделан прикольно. Видно, что он с хардкора как бы сделан, но он как бы тут оранжевый, тут уже как в оригинале. И вот эти вместо крови тут какая-то грязь. Значит, кнопки, я смотрю, тут как дело рук твоих вишневых. Выходим. А, ну здесь не так пугающе, короче, написано. Выходи из игры, если что. Но выглядит, в принципе, честно говоря, как хардкор, в принципе. Вот это, о, меню вообще такое же. Давайте посмотрим. Просмотр смерти. Его скоро застрелят. Так, не нужно, не смотри. Слушай внимательно, Вуди. Надеюсь, меня никто не подменит. Это твой первый обучающий уровень подготовительной лаборатории. Здесь тебя ждет Винсент Ротвиллер. Не пробуй снова, поскольку Вуди будет... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Убит. Чего ж ты ждешь? Запускай, тренируйся. Ну, давайте попробуем. Так, я, кажется, начинаю догонять. Это что-то... Это похоже, что типа хардкор, но с цензурой. Музычка здесь другая. Так, привет, смертный. Надеюсь, ты уже пришел в себя после того, как тебя, Вуди, твою подругу Шилю спили в такси. Она в порядке, ожидает тебя в нашей скромной лаборатории. Бла-бла-бла. Все то же самое, что в хардкоре. Так, у тебя есть несколько минут, чтобы сделать все возможное для его гнева. Это для чего-то там, я не знаю. Так, ну, не совсем с цензурой. Кровища все-таки есть. И все-таки вместо диких звуков мы слышим аплодисменты зрителей. И Вуди у нас тут бегает с читом на быструю супер-мега-скорость. Отлично, это мы сделали. Let's go. Да, никаких жутких звуков я не наблюдаю. Это меня радует. Что ж, я надеюсь, 30 секунд хватит, чтобы сосед подбежал сюда. Да, я думаю, что хватит. Ну все. А, нет, не все. Еще вот это. Но я надеюсь, за 10 секунд оно успеет сработать. Должно успеть, я думаю. О, в самые последние секунды сработало. Ну, ну ты, Вуди Геракл. Да, не Геракл. Короче, твой выход из телеэкрана. Склонись, твои фокусы жалкие и немыслимые. Трюк с переделкой предел твоей креативности? Я так не думаю. И
Я хочу тебе напомнить, что это серьезный заказной проект от верхушки нашей организации. От твоей сообразительности и ловкости зависит твое существование. А от злости разыскиваемого маньяка Винца Дротвеллера жизнь Ланы. Часть Ланы. Я ненавижу, когда что ее так называют. Так, час назад за болтливость она получила удар ножом. Ух, как бы я им... Настроюсь на работу, отправляюсь на следующее задание. Здесь я помню, что уже крови нет, но кроме вот здесь что. Вот так. Надеюсь, нам... Да, все-таки не все звуки у нас убраны. Отвратительные. Да быстрее! Не, распилить точно уже не успею. Нам что-то совсем времени мало выдается. Все, на все пакости точно нам не хватит. Давайте сдохнем и попробуем сначала зал начать. Вот вишневый пирог, самый легкий уровень в первом сезоне в хардкоре. Ладно, давайте попробуем еще раз, не получится, то пропустим его. Ой, зачем я? Так, нет, давайте еще раз по-другому. Подопоздали. Да, к сожалению, не все отвратительные звуки убрали из игры. Ну-ка, попробуем еще раз. Да быстрее давай. Вот так, давай быстро. Да блин, опять этот звук слушать отвратительно. Я лучше буду перебивать своими разговорами, чтобы его не расслышать ни в коем случае. Но все равно, я думаю, услышали. Ага, тут все забито уже вроде. А, нет, не забито. Хотя выглядит так, как будто забито. Аплодисменты, тем не менее, мы слышим. Попробуем второй сезон открыть, реально попробовать что-то сделать. Так, ну и все. Опять же, последнюю секунду справились. Мне кажется, без этого чита самого точно не пройти этот уровень никак. Ни разу не видел, чтобы этот уровень кто-то проходил. Любишь ли сюрпризы? Никогда. 6666666666666. Праздник бывает и у маньяков. 0238013823821. Погнали нафиг, блин. Здесь явно уже на вторую пытку тут настроено. Чтобы не сразу мышеловку туда. А когда он второй раз пойдет.
Так, тут не как бы вообще. Куда? Let's go. Ну, вот так как-то. Должно хватить, наверное, времени. Хотя не уверен. Да, скорее всего, хватит, я думаю, на это как раз таки рассчитано. И сейчас последние секунды рванет по-крупному. Да, видимо, на это и рассчитано. О, так, пирог со вкусом вишни. Для меня и моих собратьев остается тайной. Я уверен, что в этот раз наш убийца настигнет тебя и уничтожит с дробовика. Ты встретишь свою вкусность, а там в хардкоре написано «гибель на кухне» встретишь. Ты встретишь свою гибель на кухне. Вот этот уровень самый легкий, на мой взгляд, в хардкоре. Один из трех уровней, который был в демо-версии хардкора, вышедший еще в 2015, кстати. Давно. Я вам ее, кстати, по-моему, никогда не показывал. Я, наверное, вам ее покажу. Более того, даже покажу кое-что еще. Ну, картинка из какого-то там мультсериала про соседей. Странно. Которые Neighbors. Что-то там Hell тоже называли соседи иззада. Но он никакого отношения к соседу не имеет. Так, посмотрим, открылся ли второй сезон. Будем проверять его, а дальше, наверное, уже не будем проходить. А, нет, не открылся еще, но давайте попробуем пройти эти уровни тоже тогда. Так, футбольные вишни. А, было написано трупы из-за футбола. Так. Своей удачи тебе удастся избегать встречи с Винсентом Ротвейлером, а он, знаешь, мечтает с тобой познакомиться. Кажется, ты начинаешь нравиться моему боссу, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, вот здесь, а здесь, а, тут есть немного. Я ненавижу этот звук, блин, я очень надеюсь, что на музыке авторских прав нету. Тот, кто мне скинул, не писал, если авторские там права или нет. В всяком случае, на песню не похоже, похоже просто на какую-то мелодию. Да, на все пакости уже явно не хватит времени. Mm-hmm.
Да, не хватит по-любому. Да, все. Мы сдохли. А что будет, если время кончится? Ну, то же самое, да. Ладно, короче, так. Время смывать вишневый компот. Ну, короче говоря, наверное... Сейчас по-быстрому посмотрим. Да, он выглядит так же. Ну и, наверное, закончим. Выглядит уровни все так же, просто вот в описании изменения есть. Что там плохие слова убирают. Ну, короче говоря, такой вот мод, по сути это говоря, это тот же самый хардкор, только на нем цензуру местами наложили. И ему я могу поставить, наверное, плюс-минус. И давайте перейдем к следующему моду. Короче говоря, такая вот музычка играет у нас в этом моде. Называется он «Когда соседа мини». Классная музычка, так... Огромное спасибо Тайпан, Спайди, автор мода Ринолит. Так, вот такая вот менюшка. Менюшка довольно-таки прикольная. Кнопочки реально классно выглядят. Всего один уровень. Блин, фигово. Соседские выходные. Сосед умирает от жажды. Нашел в подвале шезлонг. И немного холодного вина. Сосед, вспомнив, что где жарко и есть телевизор. Место, где жарко есть телевизор. И помчался туда. Чуть-чуть не забыл про вино. Потом, уложив вино на кухне, сосед принялся на отдых собственного качества. Вуди, как друг, решил заскочить к соседу как гостя, а заодно и встряхнуть ему память. Что может испортить несколько таблеток на винишко? Ладно. Не, выглядит, конечно, неплохо, только вот... Уровень один, конечно. Ох, да... Ох, да, Гарри. Да, я думал, дом выглядеть будет так же, как вот здесь. На картинке на этой, а нифига. Да, замечательно, сосед загорает в помещении. А куда надо ее? Таблеточки сказали там. Наконец-то я хоть ужасные звуки эти не слышу. О пакостях. Колбасу, может, туда надо? Нет. А, это на нее мы даже посмотреть не можем. Это на запертую дверь я смотрел, а не на эту фигню. Ну, собственно говоря, прошли мы этот мод. О! Классно, классно, классная картинка, да.
Ждите новых обнов в моде. Спасибо за демо 1. Так, короче говоря, ну что ж, ждем. Было не так уж плохо. Уровень, конечно, слабоватенький, но вот оформление меню реально красивое. Этому моду тоже плюс-минус, наверное. Пока что, по крайней мере. Собственно говоря. Давайте еще к одному моду перейдем. Ну и третий на сегодня мод не имеет никакого названия. Мы видим вроде бы как бы то же самое, то есть ту же самую игру, когда соседа, но на самом деле это не совсем так. Я уже вижу всякие подвохи в описании. Во-первых, первого пилотного уровня нету. Ну, превью как бы есть, а превью как бы здесь то же самое, а здесь уже нет. Уровень на самом деле не тот. Ох, ну, ох, ё-моё, ну и экран. Ох, ё-моё, какие глюки, можно нарисовать какую-нибудь фигню. И она сама потом сотрется. Ой, а что с дверью-то? Что за пипец? Мод глич какой-то, ё-моё. Да, мы сегодня посмотрели реально три странных мода. Поехали. Поехали, поехали, блин. Да, ну, кстати, вот такой загрузочный экран не так уж и плохо выглядит, я бы вам сказал. Так, ну здесь я никаких гличей уже не наблюдаю. Давайте здесь посмотрим. Так, ну здесь ничего в описании не изменено. А вот, вот такой вот переход между меню и уровнем. Это, блин, круто выглядит, я бы вам сказал. Где дверь? Так, только одна пакость. И только через кухню туда можно войти. А как мы должны туда попасть, интересно? А, тут только, видимо, с биноклем пакость получается. Больше нету. Успешно, но по-другому тут было и нельзя. У телеэкрана мы видим какую-то фигню вместо описания. Что за шутки, говорит Вуди, и фигня, 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 фигня. И Вуди возрождается. Чего, блин? Я ничего не понял, ладно, смотрим. Такой вот красивый переход, какую-то надпись я уже тут вижу. Ты знаешь, кто такой доктор Ливси? С радостью отвечу на этот вопрос. Нет, к сожалению, не знаю.
синие двери. Закрытые, я знаю, что не закрытые. Так, это тоже, туда не войти. И это закрыто. Так, тоже одна пакость, я так понимаю, вот это. Стоп, куда пошел? О! Канал Максим Мадзе. Ну, М одна только. Ну, для новичка неплохо нарисовал. Благодарю за ссылочку. Пародии на мой логотип мне нравятся. Смотрим дальше. Сюрприз ко дню рождения. Опять ничего интересного в описании. Очень крутой переход, реально мы смотрим. И опять мой логотип своего собственного производства автора. Ох, ё-моё, какая ванна фиолетовая. Здесь уже три пакости. Нас ждет. Я уже знаю, какие. Туда, на кухню нам никак не попасть. Спрятаться в шкафу. Хороший шкаф, хороший. Написано три пакости, хотя сделать мы можем четыре. А, блин, я думал, он войдет в дверь. Ну ладно. Да, сосед, похоже, любит канал Максим Мадзе. Блин, наверное, может, я даже на превью это вставлю. Процентов маловато. Но по-другому здесь никак. Что может быть лучше яблочного пирога? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Опять ничего интересного. Опять логотип, который, правда, загораживает какие-то фрукты и кусок пирога. А здесь уже пакостей 6. Стол, который, правда, в кресло заходит. Да, длинный выпуск сегодня у нас получится. Ой, только так можно войти туда? Серьезно? Доктор Липси. Да, я не знаю, кто это такой, серьезно. Даже вопросительного знака, кстати, здесь нет. Не яблочный пирог, а битые сливки ем. Пакости-то все. Написано. Так, вот здесь вот окошко, которое они закрасили, правда, в темный цвет. Забыли, видимо. Либо думают, что это не окошко. Есть такие люди, с которыми я спорил, которые считают, что это не окно. Я считаю, что это окно, и даже доказательства приводил, что это окно. Вот да-да. Вполне очевидные доказательства, я считаю, блин. Ух, так. А, ну да, пакости 6, потому что сюда он не подойдет никак. Липси.
предлагаю закончить уровень. Процентов достаточно набрано уже. Так. Серьезно? А, ну да. Потому что это... А это мы и не откроем, видимо, никак. Ладно, футбольные баталии. Давайте посмотрим остальные уровни и закончим на этом. Второй сезон, похоже, нам и не открыть. Автор, если он есть, то в комментариях напиши, может быть, в следующем выпуске покажу. Так, опять мой этот канал. Так, ой, а, точно же, описание надо посмотреть. Да, дом выглядит у него, конечно, круто. Так, ванна для тех, кто грязнули. Добро пожаловаться на весь мир, 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 добро пожаловаться на весь мир. Фу, все, я больше не могу это читать. О, короче. За такую вот немного странность, такую реально странный тоже мод. Давайте поставим плюсик. Да. Довольно-таки прикольно, на самом деле, получилось. Если тут есть второй сезон, и в него можно попасть, то напиши как. Может быть, в следующем выпуске покажу. Кроме того... Кроме тех модов, которые я вот сегодня снял, я больше не находил других модов, которые мне присылали. Но я абсолютно уверен, что такие моды есть. Пожалуйста, в комментариях напишите, как, про какие моды я забыл. И скиньте их, если можете. Еще раз. Ну, а на сегодня все. С вас Экос Писос. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спасибо в ВКонтакте. И всем пока.